Производится планировка территории, включающая коммуникации для системы наружного освещения, солнечные батареи и другое оборудование. Работы будут выполняться подрядной организацией при участии специалистов и рабочих. Задействованы также специальная техника. Просьба только одна – максимально беречь. Поэтому очень серьезно проработайте с местными, с близлежащими. Пусть будут спортсмены, ну правильно, отжимаются, приседают, подтягиваются, а детям дают возможность играться. В рамках проекта планируется демонтаж существующих элементов, бетонирование основания и установка детского игрового оборудования, беседки и парковой мебели, а также укладка резинового покрытия и установка ограждения по периметру. Все эти работы будут завершены ко дню образования Краснодарского края, который отмечается 13 сентября. Стараются, администрация хорошая, люди молодые, они стараются. Но все же сразу не строится, и Москва сразу не строилась, а до сих пор строится, так и у нас. Вот и очередь дошла до нашего двора, мы очень рады. Одновременно с этим проектом во всех внутригородских районах Сочи планируется открыть 40 детских площадок. Это является значимым шагом для развития города и предоставления дополнительных возможностей для активного отдыха и развлечений маленьких жителей Сочи.